Почему тогда мы так сделали? За разные нога. Я сказал, что надо. Вот все сделать. И ты на раз. Я не сделаю. Я так сделаю. Когда рукацию сделаю, всегда я мог свой татарами разбить. Ясно? Пошли снова. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага, увидел? Десять. Видите, работает, работает. Ай, все хорошо. Один, два, оп, один, два, оп, один.
потому что она не хочет попасть. Она будет тебя не мучить. И человек вот так будет вторую. Потому что она не хочет попасть. Она еще снова попасть. Так, что я знаю, как надо гулять.
Ясно? Нет, ничего, мне кухан будет. А про кухан. Лучше будет кухан. Кухан, что ты сделал? Все, все. Все, все, все. Ну, сейчас. Попробуй. Сюда смотри, поди, поди, смотри. Куда сели, смотри. Кто запускал? Ученые же, что вы здесь ходите? Каждое движение запоминайте. Как взять, как захват? Начинаем борьбу. Потерпи. Что я сделаю? Его руки тут. Я не могу. Он обеззараживает. Сделать хват. Но если я сделаю шаг, как хват здесь у меня. Посмотрите. Здесь что? Не имеет хват. Потому что я стою. Сейчас потерпи, пройдет. Что? И что я сделаю? Я попробую, не может. Вот. Вот шаг. Руки здесь. Но если я буду так... Сюда смотри, блин. Сюда смотришь. Не давай. Надо. Шаг. Тебе тоже смотреть должно. Смотри, какие движения простые. Видишь, как? И хорошие. Сейчас снова ротация. Вот. Не надо мне сидеть. Еще раз. Посмотри. Очень простые движения. Шаг. Смотри, Алена. Хват здесь. Но как захват? Чтобы не попал, я сделаю ротацию. Вижу для собой. И потому снова делаю ротацию. Вот. Я все сделал. Мне без силы своих рук. Только движение. Простейшее движение. Я лёгу, понимаешь? Попробуй. Кто так умеет? Не знаю, как я делаю. Мне не представляю. Вот. И ещё один раз. Валя, движения-то вот. Простые можно делать. Это не тяга. Тяга напряжения больше, чем простые движения. Простые, вас не заставляют бороться, двигаться, но... Я тоже пойду. Это передвижение такое. А что здесь двигаться простые? Очень простые движения, нормальные, которые вы должны знать. Носиться они сюда, на руки, сейчас. Да.
Где он лечит?
Потому что он сирец. Его сиры не важны. А нет мои. Мне важно мои движения и мои знания. А силы соперника не важны. Я пользуюсь его силой. Посмотрите. Я пользуюсь его силой. Я движение все сделал. Ясно? Понял? Но сейчас будем делать борьбу для хват и движения. Только что работали на последнем уроке. Но как? Мы работали борьбу для хват, обмен хват. Один стоит, звезды, девушки, что? Не услышал, что они говорят. Так не можно. Когда подготовку делаем, тогда сделаем как в борьбе. Мы сделаем борьбу и захват. Один, два, обмен. Но мы сделаем борьбу для хвата. Сделаем борьбу для хвата. Ясно? Работаем одинаково, вместе. И он, и я сделаем. А нет, один работает, а друг ничего не работает. В борьбе этого нет. В борьбе двух соперников работает. И на подготовке двух соперников. Будут сделать. Ясно? Ну, друзья, спасибо. Своего друга и сделаем одну минуточку борьбу движения и борьбу для хвата. Потому обмена. Итак, 5 борьб будем делать. Ясно? Встали! Движение! Опа! Спустим! Работа идет! Хорошо, кушать не идет! Опять!
никто не отпускал вас побить. Вот крупный, вот крупный. А что если не кто никто сказал? Когда Агитя сказал... Ну, так, куда? Сядь, сядь, не пойдет назад, здесь стоит. Лихай, момент, когда вам возможно... Ребята, я хочу вам выключить. Это надо пользоваться. Эти, лихай, вернулись силы. Ребята, это вы, не верите в борьбе. И надо пользоваться этим. А нет, я еще раз... Куда ноги крестить? Алёна, не крести ноги. Один, два, три, слова. Давай. 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 Давай
Лиза! А ты! Скоро, Ваня! На Олимпиаде. Нет, я... Если вы попадете...
на чемпіонату Європи. Один самий хороший парень із Сербії. То юніор. Самий хороший. Перша боротьба. Перша схватка. 4000 євро. Держава Сербія заплатила йому, щоб поїздив на чемпіонат Європи. Євро. 4000 євро заплатили. А он шел, встал. Объясни ему, пожалуйста. Ему там надо сделать уважение. Ну, хорошо. Объясни. Стоп, парень. 10 секунд. За 10 секунд он потерял 4000 евро. И потерял все. И все потерял. За этот день его наказали не иметь владения. А хотя, как кажется, был сильный. Это мелочь. Это только мелочь. За эту мелочь он потерял свою спортивную карьеру, потерял деньги и 10 лет работы потерял за 10 секунд. Да? А это мы вчера говорили. Ну, это опасности. Как вы сами себя побеждаете? Нет, вам надо соперник. Вы сами себя, первый соперник, вы сами себя. Что мне хочется слышать, что вам говорит. Поняли? Потому, как начинается борьба? Сказал, я смотрю, он выше линии руки, линии ног. Я смотрю своего соперника. А слышали, что телет говорит, что арбитр говорит, пользуюсь ухами тут. Что ты слышал, но глазами смотрю только своего соперника. Шли, уважение, уважение, и тут команду обидел. И где смотреть надо соперника? Скажи, где смотреть соперника? Глаза, руки, ноги, где смотреть? Нет, это основная ошибка. Я смотрю его глаза, не вижу ни его руки, ни его ноги. А у меня достать руками и ногами, а нет глаза. Правда? Но если смотрю его руку, я не вижу его ноги. А куда смотрю? Говори. Но, смотрите, надо здесь смотреть. Когда я здесь смотрю, я увижу и его голову, и его руку, и его ногу. Ясно? Я все время смотрю здесь. Центр, груди. Если он центр движения делает рукой, я это увижу. Если он делает ногу, я увижу. Ясно? Это основное на начале борьбы. Кто работает? Уважение. Девочки, поставили сюда штуки. И потому да? Приведет его. Да, информация. Следующий шаг. Была информация. Что надо смотреть? Когда арбитр скажет, Каджиме, я смотрю, если он так сделает левую или правую. Самое важное, из которой рука сделает вас. Каджиме, иди. Ну, посмотрите. С левой ноги. Иди. Каджиме, с левой ноги. Я смотрел. Борьба начиналась. А Витя сказал Каджиме. Я буду ждать. Хват, движение. О, это не раз. Белок Каджим, он это сделал? Правильно. Я приехал туда, домой, мне даже иду. Ясно? Потому не может сделать. Но, друг, это много времени. Белок, сражение. Что сделаешь? Абиса сказал Каджиме, вот, руки здесь. Я жду его. Я готов для борьбы. А нет? Что я буду делать? Сказал арбитр Каджиме, вот. Я работаю. Ясно? Сейчас вы будете это работать. Я скажу Каджиме 10 секунд, чтобы взяли план. Ясно? Только 10 секунд. Это довольно, чтобы увидели, какие руки и ноги у его.
як вищий, як вас зелий. Якщо я нижчий, як вас зелий здесь. Якщо я одинаковий, не важко, так не воно. Поняли? Ну, починаємо. Спасибо. Папа нам быстро, четко, быстро. Значит, определяем центр сердца, куда двигаться, опять-таки, вход в глаза. Смотрим, где? Посередине. Рукой на ногу. 10 секунд дают вам на этом. Взять захват, атаковать. Да? Поправим, что встали. Готовы? Куда пошел? Я сказал, по парам встали, а не там. Пара своя не там, вот он. Там, вот так стоят. Все. Кто сказал, Дима? Готовы? Посмотрели, готовы. Доводите 10 секунд для пар. И много
много воздуха возьму. Это сделаю, сделаю и дыхаю. Это 4-5 секунд. Ну, возможно, 10 секунд, если обидеть через пальцы. Но это довольно, чтобы я вернуться в воздух себе. Кислород мне надо, чтобы работать. Ясно? Я сделал. Начинаем снова. Ясно? Второе. Когда я так, тогда я не могу дыхать. Это положение в борьбе. Самое опасное, что если я так в этом положении, а мой соперник стоит и смотрит и дыхает нормально, я здесь не могу дыхать. Ясно? В этом положении человек не дыхает. Дыхает, когда стоит. И что нам надо? Почему мы не сделали борьбу для пары? Он сел. Возьми. Он делает что? Ему цель, что я не буду видеть. Что я делаю? Я вернулся в позицию, где можно делать. Я сделаю. Ясно? Поэтому по такому делаю шаг обмена. Шаг обмена ротации. Это надо пользоваться всеми знаниями. Ясно? Снова сделай. Возьмите друг друга. Попробуйте его снимать. А Ося. Вот это!
Тихай! Минута вся! Перемінила! Минута отдыха! Не виходим! Папа, сидіть! Не виходим! Сюди, сюди, сюди! А где ж тебе кроки наші? А так, ні! Будьте забавні! Не будьте сюди, ти не забудь! Потому что я отвечу. Отсюда вообще не выходит, без рослин, всю ночь. Это запрещено выходить. Я говорю, а нет, что вы говорите.
на сотку машину. Решили проблему. Что сказал? Как? Ловится. Шаг идет. Нет. Первое. Один стоит здесь. Второй. Стоит здесь. Арбитр здесь. Арбитр показывает. Поклонились, скоро поклонились. Нет, первый. Куда, куда, куда? На соревновании
для золотої медалі. Зіляйте барбуку руку. Я не хочу попасти, я не буду уничтожить. Ні! Я здесь попробую в борьбе реальной ситуации попробовать, что работа на урок. Ясно? Спасибо. Отходились? Руки! Обратно сейчас. Обратно. Еще раз поймите. Тоже. Там тоже. И там. Не-не-не. На татами? Да. Следующий. Кто? Где ошибался? Есть ты думаешь?
Нет, движение. Почему мне говорили, что и делали 10 минут движения? Почему? Потому что если я иду шаг, бег, что делать мой сапер? Так я. Ну, иди. Увидите. Арат идет. Я только сделаю. Арат сам себе разбил сейчас. Потому что сделала ошибку. Она, что мы когда сказали, как хват сделать? Шаг в сторону, ротация. Это сделали. Да, это было. Да? Это сделали. Я не иду в нее вперед. Я иду в сторону и ротацию делаю. А что она сделала? Шаг. Это основная ошибка. Посмотрите чемпионаты. Олимпиад мира, Европы, не важно. Участник, который делает шаг, летает. Всегда шаг в сторону ротации. В сторону ротации. Если она влезет, или если она влезет, назад. Хорошо. И друзья, что с ним сражается, это борьба, не друзья. Следующее. Ну! Руслан, выходи. Как это? Давай, иди, давай, вот, посмотрим учить. Ага. Захват менять. Вот. Ясно? А нет?
Дзю! Дзю! У японском обозначает слово дзю. Мягкий, тонкий, нежный. Па! Это дзю. До – это дорога. На деле – учебный. Это самое значение слова дзюдо. Мягкий, мягкая дорога. Тонкая дорога. А нет силы. С мягкой силой сделать большие вещи. Это основа дзюдо. Понял? Нет! Хватит пошутить. Вот да! Там смотри, вот как они ошибки. Ну-ка нет, да? Не показывай свою культуру, все. Задолбал. Одна ошибка. Он взял. Под цирки. Все. Смотри туда. Не заходи. Если не может инсистировать, значит не инсистировать. Я, эта техника, которую он взял, она в минуточку, в чуточку ее надо сделать, а не на длинное время. Это делать, бросать или не бросать? А нет, я хочу, хочу, а не могу. Тогда я позволяю случайно, чтобы вернул меня. И это и случилось. Он чуть не бросил на твою ошибку. Да? А у тебя была ситуация, чтобы их победить. И ты потерял ситуацию. Ну что, что происходит? Ясно? Делай. Если не успел, ну тогда быстро убежать из этой ситуации. А нет, ждать, что было сделано. Время! Окей! Но! Руки! Следующие! Поклонились, вы еще тоже поклонились. Поклонились! Стали, вернулись сюда! Оба! Быстро, оба стали! Вот здесь! Ты что, стой, стой! Не-не-не, оба стали прямо! Куда лицо? Зеркало! Зеркало лицо, поклонились, четко! Там сейчас на соревновании для республики сразу вас переснимут. Я ничего не сделал. Все, пошли. Одна туда, другая туда. Потом готовьте торец. Готовьте. Всю вот этот ритуал сейчас на республике будет. Ребята, запоминайте. Там жесткие тренеры наши, чтоб вас убрать, они сразу берут. Где? Правильно? Они без борьбы вас заставят. Молодец, кричать, молодец! Хорошо, ничего, 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 ничего. Вот, старайся. Как убрали голову, да? Это третий призер. Где ты ошибал? Не бросала за японом. А где ошибка у себя была? Без забой. До одного. Килограмм. Стоп! Дам сюда, повторите. Их пистолет. Так, стоп, когда первый сделал, это сказали геологи. А кому она и попробовала, до себя вернуться. Где ошибку тебя? Не попал. Ну да, так стало. И улетало. Ясно? Потому что всегда сказали движение. Если увидишь в борьбе эту ситуацию, если я увижу в борьбе, что они на них будут вместе, тогда я сделаю ситуацию. Хочу килограмм Мешает тебе эта рука. Мешает тебе рука. Сейчас только проходили.
А вообще в спала же. Что учили? Что она сделала? Она тебе руку сделала здесь. Тебе там помешает. И что мы ей учили? А почему я это сделала? Третий раз одна ошибка. Третий раз одна ошибка. Это не может одной говорить. Это ты второй раз попала. А я рад здесь видеть. Так, Макаров, сюда все поближе, сели. Сюда. И смотрим там. Там ошибки обсуждают. Смотри! Время. Опять. Ошибка. Снова это помешает и снова сделала то. Нет, она сделала. Посмотри. Я не... У меня сильный нет. Ее руки сильнее, чем у тебя, правда? Макаров, сюда обсуждают ошибки. Каждое движение, которое ситуация будет в вашей борьбе. Смотрите. Объясняю подробно, четко. Макаров, иди сюда. Нет.
нормально. Это нет. Это да. Следующий, давай мы кого поговорим. Давайте вот тут письмо поговорить. Вы не поговорите. А? Yeah.
Привет, пришел.